Смотри. Такое ощущение, что он, не знаю, сам себя, что ли, царапает. Мама не ее убьет. Каролина купила. Дай себе. Это Макс. Маргарита. Она какая-то грустная ходит сегодня. Что случилось? Всем привет, ребят. Привет. Мы вчера влог не снимали, мы вчера целый день убирали в подвале. Разбирали вещи, что выкинуть. Господи, что такое? В общем, выкидывали ненужные вещи, все перебирали, что с собой возьмем, что не возьмем. Вот, поэтому вчера мы ничего не снимали. Марго. Дай сюда дай. Нет, она выпила. Ты что вообще? Я не все выпила. Она... Все. Да, конечно. Да. Наши лягушечки уже подрастают. Головастики. Смотрите, какие большие они уже. Когда у них лапки? Лапки скоро будут дорасти. Ставьте, как и было написано, они сказали, что через... Ты представляешь, ты так заходишь, и они раз из коробки, через из контейнера месяц, выпрыгивают. Через месяц у них, там сказали, через месяц у них уже должны быть лапки. Ну, они должны быть маленькие лягушки. Да? Чёлку. Бонни, надо подстричь. Кстати, ребят, вы заметили, что Маргарита себе чёлку отстригла? Где? Вот, ты не видела? Да. Я думала, чёлку. Не, ну вот эта чёлка называется. Чёлк. Вот, смотрите. Вот. На себе отрезала. Купила. Тебе нравится то, что ты сделала? Да. Да? Точно? Так она когда обрезала, у нее шок был. Папа, зачем вы купили? Она вообще не катается. Я не знаю. Я беру кататься, она запирается. А зачем ему нужна была эта палка? Не знаю. Зачем ты поломала? Хочешь, чтобы заклеила? Иди давай. Иди заклеивай. Иди скотчем заклеивай. Суперклей. Нет, какой суперклей? Починила палку. Вот такая сестренка. Видишь, она получше сейчас выглядит. Очень хорошая сестренка. Макс, что надо сказать? Пожалуйста. Спасибо. Интересно. Я пойду сегодня в школу с лагерем. Кстати, у девчонок, скорее всего, будет лагерь скоро. Да? Надеюсь. Я не знаю, нам еще ничего. Нам еще ничего не будет. В мае или в июне? Мае. Они могут поехать в лагерь на целую неделю, да? На целую неделю. Но мы не в мае, 100% не в мае. В июне или в июле. Смотрите, кто к нам пришел. У нас гость. Черный кот. То есть киса, по-моему, это девочка. Мама, она девочка? Смотри. Мы брали ее, она вкусит. Только ручки потом помойте обязательно. Но она домашняя. Она, видите, какая ласковая. А дома у кого-то живет. Мама, давай купим кису, пожалуйста. Я хочу. Давай купим кису. Давай. Черная киса красивая, да? Она прям с диваном сливается, с черным. Кисунь, ты откуда пришла? Ты откуда пришла? Я знаю, где я живу. А где она живет? Ты видела ее где-то? Да. Она Ксюша в комнату пошла. Ксюша. А мы Бонни закрыли. Бонни в комнате не сидит. Не надо отпускать, она ее сожрет. Зеленые глазки такие. Папа, ты черный. Только ручки потом помойте обязательно. Сейчас сюрприз будет для папы. Для папы. Юмина! Que hace? ¿Es bravo? No. ¿Sabes cómo tu ropita? De mío. Y el riquiquiqui va a ser de chucha. У него есть царапина. Y el es de Marco. Estaba peleando, parece, con alguien porque tiene... Para ti y para mí. Ну, вообще, да, по идее, если кошка чья-то дома живет у кого-то, то у них ошейник должен быть. Ну, это просто, наверное, где-то у кого-то в деревне. Не в деревне, а это в доме в своем, да. Наверное, там зайти. Наверное. Все, она не хочет уходить. Она уже молочко попила. Да? Ты попила молочко? Молодец. Там ей поставили чашечку. Пойдет к себе домой. Все, папа поехал на велосипеде. Это нужно ехать, ну, час, около часа. Минут 50, наверное, до работы. Нормально.
капут, ну там поп. Макс у нас выучил музыку. Star Wars. Любимая песня его. Три раз. Два, три. Раз. Хорошо. Я научилась? Круто? Да. Сейчас покушаем и в школу опять. Мне до 4. Да, кстати, ребят, кто спрашивал насчет каникул у девчонок, в мае у девчонок нет каникул. У них все, вот сейчас были у вас, да, в этом, в апреле? В апреле у них были. У нас 10 недель школа и да, потом... Да, 10 недель школа и потом уже летние каникулы. Летние каникулы начинаются со второй недели июля. Первую неделю они учатся и как раз со второй недели. А можно, пожалуйста, здесь закончить школу? Здесь закончить школу? Ты же не хотела. В конце мая мы хотели, а сейчас, скорее всего, в конце июня. В конце июня? Теперь, ну, 2 недели на школу. Ксюша. Ксюша, ты видела новые фотки Билли Айлиш? Тебе нравится? Нет? Многим не нравится. Ксюша вчера сделала слайм. Давно... прилип! Ай-яй-яй. Давно не делали слаймы. У Ксюши любимый слайм Флаффи. Ты на самокате поедешь? Маргарита? А ты за ней побежишь? А вдвоем не помещаетесь? Нет? Ну, шандарахнулся. Маску-то сними пока. Дыши воздухом. А не знаю, зачем она одна маску берет, если в школе есть маски. Ну, ей не нравится в школе. Неудобные маски. Неудобные, они там курят. Они такие же, как эти. Ну, они курят, у них как. У меня тур, наверное, хоккей. Вау, ты хоккей будешь играть? Да. У нас уже было. Все, одних проводили в школу. У нас еще коробки остались. Круто. Еще можно что-нибудь туда сложить. Ты в мячик играешь? Да. У меня остались белки после того, как я пасочки пекла. Вот, и я сейчас хочу сделать... Чтобы вот это вот не выкидывать, хочу сделать безешки. Мне понадобится сахар, то есть сахарная пудра комнатной температуры. Сахар. Ксюнчик пришла со школы. Все, я взбила, смотрите. Как проверить? Вот так. Если не падает, то все хорошо. Минут 15 взбивала. Сейчас покрасим. Какой цвет будем красить? Все, готово. Все. Всем привет. Я пришла со школы. И сейчас я буду делать уроки. Мне нужно было поставить на 160 градусов, а я поставила на 190. Они уже вон поджарились. Сегодня хорошая погодка. Я хочу опять убрать газон. Не знаю, я не могу так. Мне неприятно смотреть. Сегодня сосед стриг газон. Листья тоже все убрал, поэтому я тоже уберу. Не нравится мне так. Видите, сколько тут насыпала. Немножечко там осталось, а тут все упало. Не, давай. Ксюша. Давай, быстрее уберем, быстрее пойдем играть в баскетбол. Слышишь? Оказывается, скоро зацветут ромашки. Я их сажала еще в прошлом году, и я думала, что они замерзнут.
зимой. Но нет, смотрите, сколько много бутончиков. Скоро ромашки будут. Я уж думала, все, погибли. Тебе не холодно? Нет? Что-то прохладненько уже. Солнышко садится. Каролина пол подметает. Ай, наступила на волосы! Она наступила себе на волосы, Ксюша. Тихо, тихо. Она наступила и встать не может. Идемте домой. Все, пошли домой. Поехали. Все, уже холодно, я замерзла. Прохладно. Пойдем, пойдем. Я сирень нашла. Какая красивая. А пахнет вообще обалденно. Почему кустик у нас такой рядом не растет? Понюхай. Я уже отсюда вынюхаю. У нашего Рики непонятно почему. Смотрите, видите болячки какие на нижней губке? Вот, смотрите. Вон у него, видите, болячки? От чего это может быть? Такое ощущение, что он, не знаю, сам себя, что ли, царапает. Кто помнит, как мы разводили триопсов? Но они у нас так и не получились, да? Да, не получилось, но они недолго жили. Да, они у нас... Они вылупились, но они недолго жили. Вот здесь вот, я не знаю сколько, но здесь еще есть яйца. А, почему они умерли, помнишь, да? Почему? Каролина с Максом накидали туалетную бумагу в воду. Ой, блин, дураки. Да, Макс с Каролиной. Сколько им было? Им было лет 4... Максу 4, Каролине 5, по-моему. Да, где-то года 2 назад. Они зашли в комнату к девчонкам, взяли туалетную бумагу, накидали в аквариум. И триопсы, в общем, потом погибли. Тюльпанчики мои уже все. Сколько они простояли? Где-то неделю, наверное. Погибают. Посмотрите, что у меня тут творится. Я эти вещи. В общем, это все зимние куртки. Именно лыжные. Я их хочу с собой взять, потому что в Испании тоже есть снежные горы. Можно кататься на лыжах, либо на санках. Поэтому я хочу с собой взять. Сонечка отдыхает, оставь ее. Пойдем спать. Нет, она будет спать. Покажи. Да, вот этот. Ты его боялась? Фильм посмотри, знаешь, какой, не надо лучше смотреть, потом спать не будешь. Он во сне приходит. Ты не можешь проснуться, и он тебя убивает прямо во сне. А потом это вообще. Что? Это ужастики старые, конечно. Но я маленькая была. Как он может тебя во сне? Ну, это психологически. Я знаю, что это фильм, я знаю, что это неправда. Ну, ты психологически, вот у тебя это вот в голове. И все, ты не можешь убрать. Это мама для моей спины. Это чтобы спинку чесать. Супер. Давай. Круто. Хорошая идея. Лайфхак. Бумаги. Да, напишите в Ютубе какие-то когти из бумаги. Может, какой массаж крутой. Супер вообще. Кайф. Потом вот этот кот надевать. Я смотрела сегодня уже. Рики, Рики, Рики. Рики. Рики, иди сюда. Иди, мой мальчик. Привет. Привет. Вот там болячки красненькие. Как будто он покорябал. Все? Маленький мальчуган. Нет, все. Глажу только. Все, спать. Так. Так, ладно, все, ребятки. Всем пока. Спокойной ночи. Всем пока. Пока. Спокойной ночи. Все.